Попробовать себя в роли пожарных посчастливилось ребятам, отдыхавшим в детском ульяновском оздоровительном лагере «Артек». Сотрудники регионального управления МЧС приготовили для них день безопасности, игры, эстафеты и конкурсы. В звании лучшего юного огнеборца и лучших пожарных дружин соревновались 4 команды. Для победы ребятам пришлось изрядно постараться. В списке заданий значились вызов спасателей, преодоление задымленного коридора, роль которого выполнили палатки с имитаторами дыма. Боролись с пожаром при помощи настоящих огнетушителей. В эстафете «Спасение пострадавших» участники оказывали первую медицинскую помощь и доставляли пострадавших на носилках в условное место. На завершающем этапе ребятам предстояло показать свои знания и ответить на каверзные, но вполне серьезные вопросы, как вести себя во время пожара. Детям становится интересно, и всегда после таких мероприятий ребята к нам подходят, спрашивают, как, что, даже вот спрашивают, а почему же зачастую пожарный мужчина, а вы вот женщина, чем вы занимаетесь? То есть, как бы мы рассказываем, что в МЧС не только те, кто служит тушит пожары, но также есть службы, которые занимаются профилактикой пожаров. Лагерь «Артек» – это лишь первая точка в списке МЧС. Подобные акции в течение летнего сезона будут проведены во всех детских лагерях региона. Дарья Сударева, новости «Ульяновской правды».